Вот. Отец моего друга воевал в ремонтной роте. У него была значимая медаль за все боевые его действия. 42-го года он воевал по 45-й. Вот у него была одна медаль и вот такая стопка грамот. Там были такого темного коричневого цвета, светло-коричневого цвета бумага. Красными буквами было написано много разных слов про защиту Родины, про героизм и мужество. И сверху криво таким простым карандашом вписана фамилия того, кому это предназначалось. Значит, верховный главнокомандующий товарищ Сталин объявляет благодарность рядовому Сидорову за проявленное мужество и героизм в ходе наступательных действий, значит, в ходе Яско-Тишиневской наступательной оборонительной операции. Вот. Но люди воевали не за деньги, не за награды, а за победу и победили в конце концов, да, свою страну. Рядовой ремонтной роты Алексей Петрович Кошкин крутит гайку на морозе, от мороза матерясь. Он висит в невероятной анатомии всем позе. Если ж он изменит позу, все детали рухнут в грязь. И тогда еще 1:20, или может быть 1:40, подымать их всех придется, чистить, мыть и вытирать. И не сможет в результате починить к утру моторы 21-я бригада, чтоб на фрица наступать. А фашист резерв подтянет, подвезет боеприпасы, и во фланг контратакой с утречка засадит к нам. И гвардейская бригада не ворвется в град Черкассы, а будет всей своей массой превращаться в битый хлам. А с голодухи брюхо крутит, а на морозе стынут пальцы, а в голове щебечут птицы, а по спине строится пот. Но если посмотреть по сути, ведь если Лёха не докрутит, ведь если Лёха не довертит, победы не произойдет. Ну а помнишь прошлый вторник и лесочек возле речки, там, где немец обалдевший с окружения не выходил. А у нас же две машины, у которых сдох и свечки, а их 4 самоходки и 2 тигра впереди. Алексей Петрович Кошкин стратегическим резервом, потому как штаб бригады было некому спасать. И своей 34-й тигр спалил снарядом первым, несмотря на то, что в битву выходил в одних трусах. От дома сад, от дома гусей и трактора гудят за речкой, и теплый ветер дует в щеку, и спит котенок у крыльца. Вот я вернусь, вот я доеду, спашу все грядки, тете Дусе поправлю печь, срублю колодец, дожить бы только до конца. Отвернул наконец-то эту бешеную гайку, починил засохший дизель, и он завел с полпинка. И вперед пошла бригада и освободила город, проявив умение храбрость, как советские войска. А танкистов наградили всех медалью за отвагу, а комбригу Соколову так дали красную звезду. Ну а всей ремонтной роте за отличную работу сам главком товарищ Сталин благодарность объявил, благодарность объявил, благодарность объявил.